Вслед за пропан-бутаном на заправках начал дорожать метан. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочная. Я продолжаю вести свой мониторинг за ценами на заправках и в сегодняшнем видеоролике хочу рассказать о динамике цен на природный газ, то есть метан. Наверняка все уже в курсе, что в течение 2021 года на заправках идет безостановочный рост стоимости пропан-бутана. До последнего времени, до последних месяцев, стоимость метана на фоне роста цен на пропан-бутан оставалась более-менее стабильной, однако цены на метан тоже в последние дни пошли вверх. К примеру, у нас в Татарстане в течение периода с июля по начало сентября метан на заправках подорожал уже 4 раза. Вообще, до этого периода цена на метан была одной из самых стабильных на топливном рынке. В отличие от пропан-бутана, от бензина, от дизтоплива, цена на метан в Татарстане у нас не менялась с декабря 2020 года. Вообще, давайте для начала немного из истории. Свой мониторинг цен на метан на заправках в городе Набережные Челны я веду с далекого 2016 года. В 2016 году метан у нас стоил 11,5 рублей. Далее в 2017 году его цена выросла до 13 рублей. В 2018 году метан стоил 14. В 2019 году 16 рублей 20 копеек. Как вы помните, летом 2020 года правительство изменило условия субсидирования перехода автовладельцев на метан. Размер субсидии был увеличен с 30 до 60%. Кроме того, были введены специальные маркетинговые программы от компании «Газпром», которые позволяли, в принципе, произвести установку газобаллонного оборудования на метане практически бесплатно, то есть без доплаты. Естественно, все это вызвало рост спроса на метан в качестве моторного топлива, и в июле 2020 года стоимость метана на заправках начала резко расти. По состоянию на июль у нас на Набережных Челнах метан стоил 16 рублей 80 копеек, однако уже к декабрю его стоимость выросла до 19 рублей 2 копеек. С декабря 2020 года до лета 2021 года, то есть практически полгода, стоимость метана на заправках в Татарстане была стабильной, то есть он не дешевел и не дорожал. Однако в июле начался очередной рост. Так, по состоянию на 11 июля 2021 года метан у нас стоил уже 19 рублей 26 копеек, то есть прибавка составила 24 копейки. Уже через две недели, 27 июля 2021 года, стоимость метана на этой же заправке составляла уже 19 рублей 44 копейки. По состоянию на 14 августа метан подорожал уже в третий раз в этом году. На 18 копеек он стал дороже, до 19 рублей 62 копеек. По состоянию на 1 сентября текущего года метан прибавил еще раз 18 копеек и теперь у нас стоит 19 рублей 80 копеек. И эта цена 19,80 на сегодняшний день остается без изменения. И давайте также покажу статистику по изменению цен на метан в регионах Поволжья. Так, по состоянию на 31 августа 2021 года у нас в Татарстане средняя цена метана прибавила 20 копеек по данным статистики. Спустя неделю, 7 сентября текущего года, метан подорожал в Мордовии на 30 копеек, в Самарской области на 20 копеек, а также в Чувашии также на 20 копеек. И последняя информация, которая сейчас есть по данным статистики, по состоянию уже на 14 сентября текущего года метан подорожал на 20 копеек в Ульяновской области. На сегодняшний день наиболее доступная цена метана сложилась в республике Мариэл, это 19 рублей ровно, а также в республике Татарстан 19,80. В остальных регионах средняя цена составляет в основном 20 рублей ровно. Таким образом, цена на метан в последнее время начала повышаться, хотя этот газ в свое время был самым стабильным в плане цены. Естественно, это повышение цен не такое, как в случае с пропан-бутаном, но тем не менее. Вот такая вот информация. Что вы думаете по этому поводу? Какие цены на метан сложились в вашем регионе? Пишите в комментариях, будет интересно почитать. Всем удачи на дорогах и всем пока!